На одном из телеканалов стартует новое шоу под названием «Перезагрузка». Ведущей данного проекта станет Ксения Бородина. Стоит отметить, бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» давно сообщала о том, что ищет себе новую работу. Правда, какую именно не сообщала. Стоит отметить, на телевидении уже есть программа «Золушка-перезагрузка», ведущей которой является Аврора. На данный момент пока неизвестно, связаны ли между собой эти два проекта или нет. Правда, публику сейчас больше интересует то, сумеет ли Бородина совместить «Перезагрузку» и «Дом-2». Многие предполагают, что телеведущая уйдет из всероссийской стройки, отдав предпочтение новой работе. Помимо Ксении Бородиной преображать представительниц прекрасного пола будут топ-стилист Александр Рогов, стилист-парикмахер Евгений Седов, психолог Андрей